Всегда быть в центре событий, ловить мгновения и рассказывать поколениям что-то новое, полезное и интересное. Для Юрия Стрельца занятие фотографией – это не просто работа или хобби, а возможность сохранять историю, живую и настоящую. Сегодня в музейном дворике проходит презентация его авторского фотоальбома «Самара, Россия, мир». В издании представлено несколько разделов – индустриальная, спортивная, репортажная, военная тематика и другие. Ну, вот эта книжка такая, она творческая, я считаю, авторская. На нее ушла почти вся жизнь. Фотографии за 40 с лишним лет моей профессиональной деятельности. Я думаю, что каждый что-то может найти интересное для себя. На открытой площадке собрались не только те, кто давно увлекается фотографией. Галина Васильевна пришла на презентацию по совету своей дочери. Местная жительница уверена, такие культурные встречи проводить важно, ведь они духовно обогащают и развивают человека. Ну, мне просто интересно. Я же талантливый человек, что-то новое познавать. Я люблю новое все познавать. Это что-то необычное для меня. Коллеги, которые за время совместной работы стали настоящими друзьями, всегда отмечают у Юрия Стрельца нестандартное видение и умение точно подмечать даже самые мелкие детали. Фоторабота «Мэтра» находится в коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге, Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина и музея самарского футбола. И мне радостно, что одно из первых, по сути дела, такое первое торжественное мероприятие – это сегодняшний день презентации этого альбома. И мне кажется, что это очень добрый знак, так что будем наслаждаться, радоваться нашим встречам. Книги в количестве 150 экземпляров изданы на средства губернского гранта в области культуры и искусства за первое полугодие 2022 года. Одну из них автор подарил библиотеке Самарского областного художественного музея. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Константин Головин. События.